Так, я еще видел, ты скакалочку взяла. Ты смотри, мы какие, и на гвоздях постояли, и позагорали. Сколько и дел? Прошли 10 тысяч километров шагов. Сколько дел? И сейчас ты еще на скакалке хочешь, да, скакать? Ты бутылочку вот убери, Тань, ты сейчас бутылку просто за это. Она не я тебе говорю, ты запутаешься в бутылочке. Ну давай. А что ты прям потрогал? Нормально? Нормально, ты передом-то сюда. Нет, куда? Ты... Я думал, ты по травке будешь скакать? Нет. Нет? Я здесь попробую? Ну, а, давай. Тут, наверное, ветки там еще. Ну, вот я тебе что и говорю. Ну, сейчас попробуем. Давай. Вот. Ну, не совсем удобно, но нормально. 9 раз. У тебя там... Че-че? Загнулось. 9 раз, ну, нормально. Ну, этот... Подстилка. Еще? Подстилка. Ну, давай. Давай. Опять постилка вся загнулась. Все мешает. Ну ладно, все, убирай. Пошли до дома. Давай я тебя похлестаю. Не надо. Похлещу. Я устал. Убирай давай постилку и пойдем это. И пойдем домой, все. Заказывать суши, водичку попьем. Ну молодцы мы с тобой, да? Тебе вообще шикарно. Нравится, как мы с тобой проводим время. Отлично. В субботу. Да. Прошлую субботу похуже было, да? А мы также в лес ходили. Ну, в воскресенье ходили. В субботу мы в другой лес ходили. Поняла. Больше не пойдем в тот лес. Больше в тот лес не будем ходить. Нафиг надо. О. Мне забрать новую палку вот эту? Я не знаю. Где-то палку стырила у кого-то. Нашла палку. Нашла. Кто-то ее спрятал, ты ее нашла. И ходишь уже 8 километров с ней. Вдруг мы медведя встретим, я его хлестану. Вон тебе хлестанет-то. Сейчас мужика встретишь, чья эта палка была. Мужик, не мужик тебе предъявит, скажет. Я убегу. А что, я буду отдуваться за тебя? Нет, что ты убегаешь, что? Я от тебя буду отдуваться перед мужиком. Нет, что? Ты убегай, а я отдуюсь. Давай, ты, а ты умеешь дуть? Ладно, все, короче, пошли, хорош. Хорош видеосъемкой заниматься.